Сегодня в Петрозаводске прошло профилактическое мероприятие «Контроль трезвости». Водителей карельской столицы проверяли на состояние алкогольного опьянения. Но особое внимание к дамам за рулем. Специально для них был организован цветочный патруль. К автоледи сотрудники госавтоинспекции шли не с алкотестером, а с цветами. Здравствуйте, инспектор ГИБДД. Меня зовут Борис Андреевич. Сегодня акция «Цветочный патруль». Вашему вниманию предлагаются цветы. Спасибо. Хорошее настроение. Поздравления от госавтоинспекции. Берегите себя. Безопасных вам дорог. Вот такого Спасибо. Прекрасного настроения на каждый день. Берегите себя, пассажиров и пешеходов, которые двигаются по нашим улицам. Спасибо. Спасибо вам большое за работу. Очень приятно. Таким образом, дорожные полицейские поздравляли прекрасную половину водительского сообщества с наступающим праздником 8 марта. Госавтоинспекция города Петрозаводска поздравляет наших милых дам с 8 марта. Желаем безопасных дорог, весеннего настроения и прекрасной погоды в душе. А мы напоминаем, что рейд по выявлению нетрезвых водителей любого пола продолжится и завтра, 8 марта, по всей республике.